Hi guys! Сегодня хочется рассказать вам о sightseeing places или достопримечательностях в East End в Лондоне. На первом месте это красивейшая церковь Сент-Данстон. Она была построена в 1100 году, но, к сожалению, серьезно повреждена во время пожара в 1666. После этого ее решили не восстанавливать, и сейчас вы можете погрузиться в атмосферу средневековья среди небоскребов. Как вы уже догадались, совсем недалеко находится монумент The Great Fire of London. Он был построен в 1677 году в честь восстановления города после пожара. И еще одно знаковое место поджидает буквально за углом. Это старый фиш-маркет, который сейчас не функционирует, но местные гиды утверждают, что там стоял пренеприятнейший запах много-много лет назад. На этом наша с вами небольшая экскурсия подходит к концу. И до новых встреч, друзья!